На днях в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург министр путей сообщения России Николай Аксененко посетил старейший железнодорожный вуз страны – Университет путей сообщения. Эта встреча в связи с предстоящей реформой МПС и серьезными переменами на Октябрьской дороге была особенно актуальна. Новая программа развития железнодорожного транспорта приведет через 2 года к разделению хозяйственных и административных структур МПС. И в этих условиях вузы окажутся в наиболее сложном положении, если заблаговременно не позаботиться об их материальной базе. Я называю цифру, она всем известна, 28 миллиардов рублей в этом году объем инвестиций в Октябрьскую железную дорогу. Соединяйтесь, находите возможность быть полезным. И благодарная, значит, дорога вам всегда поможет в вашем становлении и укреплении еще в большей степени. Необходимость в таком объединении, как выяснилось, существует уже сейчас. Отечественным железным дорогам крайне нужны свежие инженерные мысли. Во время встречи министр акцентировал внимание на том, что нужна мощная вузовская наука, которая при хорошей поддержке не только потянет за собой весь учебный процесс, но и даст дорогам страны новые разработки и внедрения. Мы, конечно, очень удовлетворены сегодняшним посещением и думаю, что будущее просто прекрасно.